Всем добрый день. Меня зовут Ольга. Вы на моем канале, на канале рукоделия. Сегодня я хочу показать вам свое изделие, которое я довязала в конце прошлого года. Оно у меня на канале еще не мелькало, только в процессах, то есть в готовых работах вы его не видели. Но я думаю, что вы уже его увидели в начале данного видеоролика, как это изделие смотрится на мне. Так, что хочу сказать сразу. Идея это не моя, идею я взяла у замечательной женщины Людмилы, она тоже ведет свой канал на YouTube, я обязательно оставлю ссылку на видеоролик именно данной тельняхи, она ее назвала тельняха куку, -ку». я же просто назову ее тельняха и расскажу кратенько до да, свои характеристики, то есть где сколько в каком размере, да. Эм сколько в сантиметрах у меня получилось данное изделие. Напоминаю, что я сама 46 размера. Ну, то есть, соответственно, да, каждый выбирает уже параметры под себя. Ну и вообще в целом, на самом деле, здесь нет ничего сложного. Это изделие вяжется сверху вниз, и оно вяжется по принципу реглан-погон. Ну, конечно, видоизмененный. Что еще хотелось бы сказать в самом начале? Хотелось сказать, что данное изделие я связала благодаря своей игре рулетка я ее запускаю каждый месяц практически для того чтобы просто э, мне выпала какая-то пряжа и я из этой пряжи начинала что-то вязать в этот раз мне выпала пряжа э, вот этот беленый меринос который у меня был в небольшом количестве по моему в районе 200 грамм и мне его бы не хватило на полноценное изделие голубую пряжу а также вот эту серо- голубую мне направляла моя подписчица людмила за что и огромное спасибо посмотрите как я воплотила изделия да из вашей пряжи вот и у меня родилась идея что надо что-то либо смиксовать либо ну действительно пустить полоски если посмотреть на мой канал и вообще в целом на все мое вязание я крайне редко прибегаю к моменту когда я вяжу двухцветные, трехцветные изделия, многоцветки, да, то есть я редко вяжу жаккард, и тем более я редко вяжу полоски, это вообще не, ну, как бы, ну, не знаю, не мой гардероб, но вдруг мне захотелось. Итак, полоски, как вязать полоски, как переходить из одного цвета в другой. Об этом, обо всем Людмила прекрасно рассказывает на своем канале. И это она меня научила, как красиво переходить с одной полосы на другую без ступеньки. То есть ступеньки здесь нигде нет. Переход цвета получился плавный. Мне все очень понравилось. Дальше также я воспользовалась ее рекомендацией по поводу подрезов, да, когда мы выводим полосы, получается, на рукава и на тело. Надо последнюю полосу, где как раз мы будем разделять на рукав и на тело, связать наполовину, для того, чтобы потом в рукаве продолжить половину и в теле дальше продолжить тоже следующую половину, для того, чтобы подрез выглядел вот так вот аккуратно. И э, не смещал ничего. Это я тоже подглядела у Людмилы. Также я подглядела у Людмилы э, горловину, как она оформила. Ну, а все остальное чисто в этой импровизации. Я думаю, что у меня получилось неплохо. Пряжи бы мне не хватило, поэтому полоски у меня располагаются таким вот образом. Сначала я хотела немножко видоизменить, перевязать, да, сделать э, вот типа градиента. То есть пустить еще одну полосу голубой. Но потом передумала, потому что так мне больше понравилось. Я это изделие уже ношу. Ношу на работу с юбкой. Мне очень нравится. С брюками, как оказалось, тоже неплохо. Но это дорогие наши зрители, это просто тельняха. Вот знаете, у меня отец моряк, дед моряк, прадед моряк, дядя моряк, у меня все моряки. И тельняха это что-то такое родное, родом из детства, когда ты надеваешь папину большую огромную тельняшку, и она тебе платье. Вот. То есть это такое что-то теплое, что-то уютное, что-то обнимающее в общем и целом мне изделие нравится. Нравится ли оно вам или нет, судить только вам. Я надеюсь, что да. А сейчас я кратенько расскажу и покажу схематично характеристики данного изделия. И для этого мы с вами перейдем к столу. Итак, я произвела все замеры. Сейчас я вам буду рассказывать, что, как и где. Для начала Наборный край данного изделия был выполнен при помощи бросовой нити, потому что я не знала, как на самом деле поведет себя пряжа, да, и нужно ли будет подтягивать горловину или же оставлять ее такой, как есть. Не имеет смысла, мне кажется, говорить о количестве петель, потому что мы все вяжем абсолютно с разной плотностью. Хочу сказать, что пряжа была метражом 1500 метров на 100 грамм. Это белая пряжа, и я ее вязала в три сложения. То есть ориентировочно в 500 450-500 метров на 100 грамм. У меня вот это вот тонкое получилось полотно. Дальше. Характеристики. 26-30 сантиметров. Ну, это то есть, да, все указано в сантиметрах. Это горловина. Дальше 9 э, сантиметров у меня погон. Далее идет 23 сантиметра линия реглана. Дальше 6 сантиметров это подрез. Рукава понятно, что мы каждый вяжем под себя, да, 32 сантиметра. Это очень удобно, когда мы вяжем сверху вниз. Дальше 13 умножить на 2 ширина рукава, 60 умножить на 2 ширина туловища, то есть оно достаточно широкое. 30 сантиметров в моем случае это длина от подреза до окончания данного изделия ну понятное дело да каждый здесь тоже измеряет свои параметры как ему лучше и удобнее я например не высокого роста поэтому такие характеристики мне вполне достаточно и самое сложное в данной модели это конечно посадить рукав но вообще всегда когда мы вяжем сверху вниз самое сложное для нас это именно посадка изделия до подреза дальше все понятно и просто монотонное вязание для тех, кто впервые столкнулся с понятием реглан Погон, я настоятельно рекомендую пройтись по Ютубу, посмотреть видеоролики. Есть попетельные мастер-классы: Как правильно вязать технику Погон. Она немножко перекликается с обычным регланом. Если вы уже вязали реглан сверху, техника реглан Погон вам тоже обязательно. Поддастся, так скажем, потому что э, изделия в данной технике садятся очень хорошо, как прилегающие, так как и оказалось и не прилегающие изделия. Итак, если вы совсем не знаете, как вязать, то лучше, конечно, посмотреть по петельные мастер-классы. В данном же видеоролике я просто рассказываю, как вязала я и сколько где у меня в сантиметрах. Итак, давайте начнем. Сам реглан погон выглядит в моем случае как ломаная линия. То есть в моем случае есть несколько этапов вывязывания данного погона. То есть когда мы вяжем сам погон, вот посмотрите, то есть мы вяжем все по кругу. Когда мы вывязываем сам погон, вот эти 9 сантиметров, прибавки идут в каждом ряду со стороны туловища. Со стороны спинки и со стороны переда. В самом погоне мы прибавок не делаем. Прибавки я делала при помощи так, накида, скрещенного накида. Но можно делать и по-другому, потому что, видите, у меня здесь образовались дырочки, это не всем нравится, не всем подходит. Но я бы, наверное, связав заново, тоже попробовала какой-нибудь другой вариант. Еще бы попробовала. Пробовала три варианта. Этот мне больше понравился. Но, может быть, еще бы поэкспериментировала. Так, дальше. Следующая стадия, она у меня занимает 3 сантиметра. Это как раз уже мы вывязываем сам, э, саму пройму, так скажем. Погон мы вывязали, да, дальше мы вывязываем пройму. Следующая стадия, это 3 сантиметра. И эти 3 сантиметра мы вяжем следующим образом. Со стороны тела, то есть со стороны э, переда и спинки, мы прибавляем в каждом втором ряду, а со стороны э, рукава, мы прибавляем 4 раза в каждом третьем ряду. И получается как раз эти 3 сантиметра плюс-минус, там, да, в зависимости от плотности. У меня это где-то около 3 сантиметров. Вот, вот это расстояние для плавного перехода. Дальше следующий этап, он занимает у меня самое большое количество, это 15 сантиметров, это второй этап. Вот он на схеме. Мы по... меняем, получается, местами по телу, то есть по спинке и по переду в каждом третьем ряду прибавляем, а по рукаву в каждом втором. То есть мы здесь уже расширяем рукав. Дальше переходная часть к подрезам. Она у меня занимает 5 сантиметров. И здесь я уже прибавляю в каждом втором ряду с обеих сторон. И подхожу к подрезу. Подрез в моем случае это 6 сантиметров. В зависимости, конечно, у меня, по-моему, около 10 петель, ну там плюс-минус я уже не помню, или 12 петель, что-то как-то так. Но ну, в целом получилось 6 сантиметров в сам подрез. То есть я хотела широкое тело. Для этого я сделала подрез чуть больше, чем я делаю обычно. Вот, что еще можно рассказать по данному изделию. Так, забыла рассказать, что росток он у меня есть, небольшой, совсем росток. То есть э, здесь у меня три разворота, один разворот э, в погоне самом, так как здесь всего 5 петель, и два разворота по переду. Этого вполне достаточно, потому что, как вы можете увидеть в начале ролика, достаточно широкая у меня горловина, э, хотя я ее немножко подтянула. Э, горловину выполняла закрытие полой резинкой в два ряда и закрывала иглой, подтягивая. А вот уже широкое, да, достаточно тело и рукава я закрывала просто-напросто обратным шагом при помощи крючка. То есть Последний ряд э, резинки я вывязывала, здесь даже не резинка, потому что, ну, не имело смысла, на мой взгляд, делать такую, на такой ширине резинку. Я просто сделала вот этот заборчик, как сейчас модно говорить, да, получается, в одном ряду мы вяжем резинку, а во втором ряду мы вяжем все э, лицевыми петлями, или изнаночными петлями, если поворотными рядами, вот. И, получается, я закрывала... Предпоследний ряд вязала более толстыми спицами и закрывала э, крючком обратными рядами. То есть, такая техника тоже есть. Она немножко подтянула изделие, совсем чуть-чуть стабилизировала его. Мне не особо нравится, как закрывается иглой в данном случае, просто потому что ну, пряжа не та. Есть пряжа, которая вот это вот закрытие иглой очень хорошо, а есть, которая, ну... Не любит этого закрытия. Я посчитала, что данные пряжи, видите, как будто какой-то шнурочек вставлен. Но э, я оставила горловину таким же образом. Не стала ничего менять. На самом деле можно было и поменять. Но я не стала этого делать. Уж больно она заморочена без того вышла. Смотрится неплохо. Вот. Но можно было закрыть самым обычным способом. Что еще? Пожалуй, все. Все характеристики по данной тельняхе. Я оставлю, еще раз скажу, что я оставлю ссылку на видеоролик Людмилы. Она очень интересно рассказывает о своих подробностях вязания подобного рода изделия. У нее рукав связан немножко по-другому. Я вязала по наитию. Знаете, вот как вижу, так и вяжу. То есть, как мне хотелось попробовать, до последнего не знала, что получится. Получилось вот так. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока.